Некому меня согреть. Ну да. Алекс. А вы знаете, где я живу? А что вы знаете обо мне? Угу. Знаю. Жень, не поликонтору. Ты знаешь? Некоторые не знают. Секреты. Да. Что такое бункер? Я вас слушаю. Ужасно красивая. Как это мило звучит. Ужасно красивая. Нет, у нас нет секретов. Везет вам, Игорь. У нас холодно. Да, Антон, что такое? Я поняла, спасибо большое. Будут какие-то еще высказывания? Мой адрес? Точно нет. Просто Женя знает, где я живу. 16-й. Сколько метров? Метр. Не ходи туда одна. А что, заблужусь? 16-й. Да, размер 16-й. Ты знаешь что, Жень, ты... он тебе будет кидать все варианты, а ты мне перекидай, а я оттуда уже выберу. Бункер, ну давай попробуем дружить. Меня Инна зовут, Марат. Очень приятно. Да-да. Приятно, да. Ну, если ты меня будешь радовать, то, конечно, подпишусь, бункер. Что будешь за меня? Я знаю, Владислав. Фантазер, ты меня называла. О, видишь, через 5 дней жди, Жень. Накидай тебе варианты, а ты там уже мне. Будем выбирать. Что сказал?
За компанию. Папа не нужен, только ему. Ну, понятно. Топ сам не волосы вообще. Ты, короче, верным, да, стал, Антон? А с каких пор? С сегодняшних или только-только вот, которые будут? Хатика. О, знаете, я посмотрела бы Хатика. А кого ты хочешь, девочку или мальчика? А ты мою дочку будешь любить как свою? Ты же кот. Мы тебя просто примем. Замечательно, молодец. Да, было такое дело. Присматривай за мной, чтобы я никуда не сбежала. Да. Вот так вот. Я уже девушка. Жень, ты там сам, да, разберешься? Че к чему потом? Он будет просто вместо кота. Ой. Ну, через пару лет, да, я бы, наверное, хотела бы замуж. Только через пару лет. Сейчас не хочу. Ну да. Пока я не хочу замуж. Не хочу ответственности вот этой. Пока я не готова.
всегда думаю о тебе, Антон. Да, нас кормить надо. Да, 33 хочу. Просто если уже и выходить замуж, то там, наверное, еще одного ребеночка нужно будет. Вот. 33 где-то я созрею. Ну, ты же кот, рядом со мной на подушке. Рада очень. Я тоже очень рада. Чтобы она не убежала. Вот так вот. Антон, ты согласен? Антон будет круглые сутки, круглый год работать. Ну, видишь как? Я хочу там и сплю. Да. Не парень, не кот появился. Просто вот за 20 минут. Понимаете? Вот так все в жизни происходит. Где я раньше работала? Где я только не работала? Я работала, и хостес работала, и у нас своя типография была, ИП у меня было. В рекламном агентстве работала. Да, это у соседей, реально. Там не только курятник, там и индюшатник тоже. Ну где бы вы еще услышали такие звуки, а? Не искусственные, натуральные. ЗОЖ. ГОСТ, что там еще? С вами сижу, общаюсь. Больше пока ничем. Да я вообще вышла кофе выпить чисто. С вами поздороваться и все. Что ты говорил? Так, деньги заработаю. Конечно, я здесь сижу, болтаю, зарабатываю деньги. Так много заработала, просто не могу. За эти полчаса. Шева лучше. Зачем китикет? Шева лучше. Леонид на курсах. О, это дело хорошее. Почему вы нет, если вы тем более хорошо знаете английский? Прям хорошая тема. Нет, нет кота. Ну вот, видите, появился кот. Не было кота, вот появился.
Да, уже есть. Так, а давай мы тебе какую-нибудь другую кличку сделаем? Давай. Стрич. Ну, сейчас барберы хорошо...